кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой. Только так беспощадно, так зло и не нужно, опустили их вечный покой. Осторожные зрители молча путались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника, потемневшие губы, и швырнула священника обручальным кольцом. Закидали их елками, замесили их грязью и пошли по домам под шумом толковать, что пора положить бы конец безобразию, что и так уже скоро все начнем голодать. И никто не надумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени, бесконечные пропасти к недоступной весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой. Только так беспощадно, так зло и не нужно, опустили их вечный покой. Hallelujah, hallelujah.
Поэтому